Масштабность объемов строительства страны трудно переоценить. А кровли – один из функциональных и важнейших элементов, обеспечивающих эксплуатационные качества и долговечность здания в целом. Самым распространенным видом гидроизоляционных материалов для кровель и других инженерных сооружений являются рулонные битумно-полимерные материалы, которые зарекомендовали себя во всем мире. Завод «Филикровля» – старейшее в московском регионе предприятие, которое 80 лет специализируется в области производства гидроизоляционных, кровельных и герметизирующих материалов. В 70-х годах в результате совместной работы с ведущими институтами страны на смену устаревшему рубероиду был разработан новый гидроизоляционный материал гидростеклоизол, который выпускается и по сей день. Он широко зарекомендовал себя при строительстве тоннелей метрополитена как надежная гидроизоляция. Значимым событием в производстве строительных материалов стал запуск в 1992 году линии по производству битумно-полимерных материалов. С 2004 года на предприятии установлено и запущено в производство новейшее высокотехнологическое оборудование Rümer System 3000, которое не имеет аналогов в России. Использование этого оборудования – это возможность выпуска уникальных для России материалов. Низкие издержки производства благодаря высокоэффективной энергосберегающей технологии. Оптимальная охрана окружающей среды, соответствующая европейским стандартам. Новым словом в производстве строительных материалов стала разработка и внедрение самоклеющегося герметика «Герлен» для воздуха и влагоизоляции зданий и сооружений. Высокий профессионализм рабочих и специалистов, стабильное качество производства, надежность в отношениях с партнерами являются основной идеологией предприятия. Глубокое изучение рынка, устойчивая ценовая политика, продуманная система сбыта, постоянные исследования и поиск способов усовершенствования производимых материалов позволяют нам предлагать клиентам наши новые разработки, которые обеспечивают универсальность применения и высокий уровень качества. Предприятие неоднократно награждено дипломами московских, региональных и международных выставок. Объективной оценкой достигнутых результатов является применение материалов завода «Филикровля» как на муниципальных объектах столицы, так и на самых ответственных объектах Министерства обороны, атомной промышленности и других федеральных ведомств. Производимые заводом материалы находят широкое применение в строительстве от фундамента здания до его крыши и во многих других инженерных сооружениях. Основаниями могут служить бетонные или асбестоцементные плиты, профилированный металлический лист, сплошная деревянная обрешетка или фанера, а также старый гидроизоляционный ковер, выполненный из битумных материалов. В зависимости от конструкции здания, кровли или соответствующего основания возникает необходимость в различных способах монтажа и крепления материалов. Классический способ наплавления по всей площади прекрасно сочетается с частичным механическим креплением и наплавлением кромки, что обеспечивает вентиляцию под кровельным пространством. Возможные комбинации способов монтажа обусловлены конструктивными особенностями кровель или ограничениями по проведению работ с использованием огня.